Да, ты поставился, как ты вот, ты проехал вот здесь, встал, ну? Вышел, ключи бросил, пошел. Ключи только брона летом найдем, блин. А если Макс браслет кинешь, то точно выиграть. Только страшно. Да давай, брат, я не буду выезжать. Не слушай, брат, это замануха. А что? Все? А все? Жека, ну извини, бля, как никак, уходи. Вариантов нет, судей нету. Кто не успел, тот попал. Нет, давайте точно самый важный момент, как после шпильки, как поедем. Ну я тебе как понять, как? Я могу только за себя сказать, как я за них могу сказать, откуда я знаю как? В чем вопрос? Давай обсудим. Широко и метр. Вот здесь вот метр, но здесь углов, а все едут вот так. Сейчас на карту перекрою. Это правильно, здесь чуть-чуть. Едем по заданию. Вчера было задание, так по нему и едем. Вчера не по заданию. Когда они по заданию ехали. Так и как накатали, так и ехали. Снег. Сейчас, очевидно, все понимают, как здесь накатано, сейчас трасса, как вы накатали, так и будет ехать первым. А там вариантов больше не будет. Какие другие варианты? Я тебе я понимаю слово, что по заданию, это сейчас звучит условно. Я не могу тебе сказать, что здесь надо ехать метр, а как вчера говорили, метр 75, если здесь будет сугроб. Это очевидно. Но примерно, максимально, ты же в голове представляешь, что если тебе здесь, допустим, надо широко, ты стремись широко. Здесь надо поуже метр, ты делай примерно метр. Все, если ты выпадешь сюда, вот как вчера Дамир выпадал, понятное дело, что уже как бы совсем мимо. Ясно. И второй едет максимально близко, отрабатывает дело. Все, ничего нового. Что, едем туда? Все, поехали. Это же, прогрев, все как есть. А, по прогреву. Сейчас они могут, конечно, нововведение вести, но не, я прогрев буду топить за то, что 132 был прогрев на полусарайке. Как там дальше условия такие, что и ветер, и надо... Всем прогрев дать, конечно. Один прогрев, потом поехали. Да, да. Все, машина новая, как на ней ехать? Да. Топ-16 заезда, ну, прогревов не будет. Топ-16 нет вопроса. Первый слева, да? Как вы тренировали? Конечно, первый слева. Первый слева. Нет, так его значит, первый. Если он, братан, справа встанет, все. Не важно, главное, чтобы он был слева. По старту там никаких вопросов нет. Не, вопросы есть только к новому по старту. Где наук? Какие вопросы предъявляются? Накатываться второй может, да? Второй может накатываться, спрашивает. Да там же такая дорожка, там первый никак не едет. Да что мы, Макс, ну первый раз... Нет, ну просто переспросил, я тебе донес. Вот что там, хоть упрошись. Второму наперед можно? Да. Ну немножко можно. Да, там смысла нету, там вот это видно. Костя, еще вот в сиську выходим по серединке накатанной или по луже? Здесь? Выше. Перекладка. Вот здесь? Не, назад. Ну подойди, покажи. Ну, перед выходом. Сюда едем, посередине. Где, братан? Еще раз покажи. Где крестик? Там все нарисовано, там так и есть. Все, нет вопросов. Что, выкрутил? Ну, что хочешь сделать. А что ты? Давай разберем бэкфорд. Как, допустим, сделал Марк вчера глаз. Даже по мне, по моему, лично моей теории. Да, я скажу. Для меня даже это круто. Он поставился, кто бы там что ни говорил, все сверху, я стоял, смотрел, а не песни пел. Разогнался, жопой вперед проехал, попал в траекторию, примерно. Попал в траекторию, не замедлился, открылся и поехал. Это было контролируемо, все было видно. Было глаз по Дамиру. Дамир разгонялся, жопой вперед ехал, вот сюда вылетал, вот сюда. Останавливался и потом с плеча ехал. Это плохо. За это у меня будет, за ребят не буду ездить. За это, если будет первый жопой вперед и висеть, прямо висеть и ждать. Как Гроссман. Потом. Нет, не как Гроссман. Понимает, что о, зацеп, да, типа я чувак крутой, я сейчас поеду. Для меня это не работает. Для меня первый проиграет. Да правильно. Так Лосев делает. Он разгоняет всех, а потом останавливается, чтобы ты в него влупился. Или по тормозу нажал. Разгоняйся. Да, кстати, вы смотрите, что вообще просто. А почему он такой разбился? И стартеру обязательно скажите, пожалуйста, фальстарт, чтобы сделать. А я что-то запутался, они в белой машине. Какая уже не цвет расцветка? Красная машина? Красная, да. Красная, ну все. На зеленой я еду. На красный будем внимательно. Если не добрал угла на постановке, вот конкретно по академической на Апекс полетел, то как? Зарезал. Ну не зарезал, просто встал в средний угол и на темпе на Апекс зарубил. Ну если он тебе будет близко, ты помешаешь. Нет, ты про первого говоришь? Про первого. Первый, конечно. Для меня нет проблем.
А, то есть можно хитрово, а вторым не проедешь так, вот так вот, куда не зайти. 8 так делают сейчас. Где пиздец? Ты, братан, не понимаешь, что он еще судить будет? Я заметил, что вы за это наказывали, а вот за это хвалили. Но это же вообще пиздец, как вторым сюда, лететь за ним сугроб. А потом он вот здесь весь останавливался и начинал заново заезд. А царь говорил, что вот здесь останавливаться плохо, здесь плохо. И здесь ок. А у вас было вчера даже вот здесь, и то было ок. Хотя вот так вот залетали туда, здесь все. Вот, ну как, я понимаю, что ты говоришь, у меня тоже есть вопрос. Сектор газа пили. Не могу озвучить. Костя, можно вопрос? Без проблем. Если первый поедет узко, и второй более-менее по правильной траектории за ним встанет и уткнется в снег, как это? Ты уткнешься, в смысле, задом ты имеешь сюда? Нет, вот так, мордой по сугробу. Нет, ну вот смотри, подожди, давайте еще раз разберем. Для меня остается, и по заданию, как было, здесь метр, там, чуть больше метра, да, полтора. Сказали, по метрам 75. Давайте, 73, давай серьезно разберем. Для меня полтора метра. Понятно, очевидно, если будет первый ехать, допустим, здесь полметра и закрывать второго, и прямо целенаправленно первая машина будет ехать уже почти в сугроб, но там пролезет, а второй уткнется. Ну, конечно, он его закрыл. Это очевидно. Как траектория нарисована? Мы здесь разгоняемся, широко ставимся, и сюда на узкую идем и оставляем метр полтора метра. У тебя первый, в любом случае, ты должен держать в голове, что ты должен открыть калитку по полтора метра. Костя, а если второй подкрайнется, то не хватит мне места. Как не хватит? Нет, метр, подожди, метр 75, если не хватит. Там конусы будут стоять или нет? Да, конусы давайте поставим. Поставим, какие? Просто если первый ближе к конусу, а второй будет ехать. Ну ты оттянись назад, почему ты говоришь такие вещи, ну оттянись чуть-чуть назад. Нет, Дамир-то правильно говорит, просто Мару говорит так, например, смотри, там если вот так лечь, если лечь вот так, то ты стопудово поедешь там, даже метр будет первый проезжать, ты стопудово все равно полетишь левым колесом по этой херне. Если ты встанешь вот так за ним, то оба пройдут. Да, просто ты когда вторым-то ставишься, ты же не видишь, куда он там поехал. Я не понимаю, я понимаю, что ты говоришь. Ну ладно, а вот второй вопрос можно мне еще? А вот там вот на выходе со шпильки, вот там вот 8 жестко лезет вообще. Там вы как лезет. Ну как лезет, там траектория такая. Что ты говоришь-то, Андрюша? Как тебе сказать, Андрюша? Там сколько? Метр. Был метр. Это мало, это для 8-10 сантиметров. Подожди, был метр. Понятно, что там заката она сейчас не так. Там сейчас метр 3. Ты со мной не поедешь, ты чего, слышишь? Там сейчас метр 3. Метр 3, накатано. Да, то есть если мордой попадешь на него, все, до свидания. Ну ныди-ка, я вообще в шоке. У нас полка... Нет, ты не понял, ты вообще этого не видно. Железнодорожники какие-то, ощущения работают на железнодорожниках. Разгон вообще одни рельсы просто, понимаешь? Ты если видишь, что первого, допустим, они переложились в шпильку, да? Как-то если ты видишь, что можно маленько... Так, видишь, что он начинает. Можно сказать-то, Евгений, Игорь, извиняюсь. Вот смотри, вот он перекладывается. И то есть должны они по факту выходить синхронно. Если ты видишь, что в моменте вот там вот диапель, второй начинает резко сползать, значит тот его закрыл стоп. Потому что так как он переложился, он сразу к нему. Андрюх, и в момент открытия дроссель они едут вдвоем потом. Я понимаю твои вопросы, но ты судишь и все равно катаются. Смотри, к чему все ситуации разобрать, которые будут, невозможно. В любом будет случае приниматься решение здесь и сейчас. Мы увидели картинку, посмотрели ситуацию. Андрюха, ну очевидно, никто не будет бегать и говорить, что он проехал 50 сантиметров там, или метр, и поэтому проиграл. Все вопрос, в совокупе. Вопрос можно? Там некоторые в шпильке мудрецы бывают об снег, и об снег оттолкнулся. Типа на умо. Смотри, давай про снег тебе скажу. Были, да, вчера в квалификации. Там сразу когда у тебя сзади, ты едешь, сзади вот тут летит, как будто бы дым. Понимаешь, да, что сзади это как будто бы со два во снег летит. Но очевидно, что чувак едет жопой по брусьям. Это 100%. Ну когда он там чуть-чуть его задел, коррекции нет. Не, ну коррекции чуть-чуть задел, коррекции нет. Ты просто бывает, что отталкиваешься оттуда. Мы не можем же ко всей. А все понятно, все. Едем и все как бы. Да, конечно, как ехали, как ехали. Но, вот ты, допустим, некоторые знаешь. Смотри, я расскажу здесь ситуацию. Ты говоришь, я знаю, допустим, трансляция будет по имени Икс делает сам. Скоро ссылку выложу. Ты же знаешь, что он там делает так. Значит, подстройся под него. А мы уже там дальше. А я луплю в дверь, да и все. Ну. Да, тебе привет, Максим передает. Спалкали, значит, по-любому он когда первый въехал за летом. Ладно, ребят, всем удачи. Будь победителем. Да, ссылку сейчас выложим.